следующий бой особенно интересен нашей эстонской публике, так как на ринг противостоять нашему Хендрику Темасу выходит Алексей Дмитриев из России. 25 лет бойцу, 184 сантиметра. Провел 2 профессиональных поединка, 2 победы, 1 из них нокаутом. Очень заряженный боец. Бой будет проходить по правилам К1. 3 раунда по 3 минуты. И в красный угол выходит уже любимый и знаменитый боец Хендрик Темас. За плечами Хендрика в прошлом году отличная серия из 3 боев, которых он выиграл, победил нокаутом. Боец очень быстро прогрессирует. И на сегодняшний день является одним из самых красочных представителей эстонской К1. Очень агрессивно начал боец из России. Разница в росте играет свою роль. Я думаю, для Хендрика не впервые выходить на ринг против соперника, который превышает его в росте. Хендрика очень активный график выступлений. Он проводит 4-5 боя в год. Очень востребованный боец. Хороший удар в корпус. Ой, пропустил сильный джаб Хендрик. Опасное колено. Публика скандирует Хендрик. Безусловно, Хендрик является любимчиком эстонской публики. We'll be right back.
принципе, работает вторым номером, но контратаки проводит достойно. Но не просто ему приходится. Очень хорошо коленями работает боец из России. Итак, второй раунд. Хорошо начал Хендрик. Хороший удар правый через руку. И Алексеева отчитывают. Очень опасный удар справа у Хендрика. В втором раунде включился Хендрик. Из России, то сейчас хороший удар правый. Хорошая двойка, левый джеб, еще джеб. Хороший удар в голову от бойца из России. Опасно опускает руки Хендрик. Закончился второй раунд. Second
Итак, третий раунд. Очень быстрые ручки у Хендрика. Очень равный поединок, показывают бойцы. Публика поддерживает бойца из Эстонии. Очень упорный Хендрик. Красивая комбинация. Хорошо работает Хендрик. Хороший удар справа. Еще раз. Ну, а Алексей Дмитриев упорно отвечает Хендрику. Последние секунды. Итак, прозвучал гонг. Очень достойный, красочный поединок показали бойцы. Для награждения на ринг приглашается Андрей Бодров. Представитель Steakhouse Goodwin. Еще раз на повторе. Итак, мы получили дополнительный раунд. Мне кажется, очень правильное решение. Публика скандирует Хендрик, Хендрик. Come on!
выцеливает Хендрик. Хороший удар справа. Стали бойцы, но характер. Очень равный бой. Сложно будет решить. Хороший удар справа. Очень равный поединок, очень. Бойцы показывают невероятную стойкость. Хорошая комбинация от Хендрика, но замечательный поединок. Аплодирует. Бойцы показали настоящий характер и не волю к победе. Дополнительного раунда единогласным решением судей победа уходит в Россию.